12 коллективов из разных городов России собрались в Самаре на фестивале духовых оркестров на сопках Маньчжурии. Торжественное открытие состоялось в Струковском саду. Здесь же более 100 лет назад прошла премьера знаменитого вальса Ильи Шатрова. Произведение прозвучало и на открытии в исполнении двух коллективов. Дирижировал оркестрами Марк Коган. Для меня, да я думаю, и для многих, кто знает историю этого вальса, историю его написания, тот понимает, что главная особенность того, что это впервые в России к погибшим отнеслись не вот славу, почет объявили, а на самом деле такой тоски, которая заложена в этой музыке, никогда не было. И вот этот плач по убиенным, он больше соответствует вообще русской истории и русскому характеру. На открытии собрались и гости фестиваля. Евгений Петров, руководитель Нижегородского губернского оркестра, приезжает в Самару со своим коллективом в пятый раз. Я много бывал на фестивалях у нас в России, в мире. Но вот такого масштабного мероприятия, пожалуй, по пальцам можно пересечь города, где такие мероприятия бывают. Мы с удовольствием приезжаем к вам, и я надеюсь, что фестиваль пройдет, как всегда, на высоком уровне. Высокий уровень фестиваля оценил и главный дирижер Пермского оркестра Евгений Тверетинов. Стало доброй традицией приглашать лучшие оркестры, духовые и военные, лучшие оркестры страны. Приятно попасть в эту команду. И всех нас объединяет большая любовь к духовой музыке, любовь и уважение к самарцам. И, конечно же, нас связывает любовь к этому замечательному вальсу. Фестиваль продлится до 8 сентября. В воскресенье в Струковском саду состоится гала-концерт. Он продлится с часа дня до 6 вечера. На нем можно будет увидеть дефиле оркестров. Сводный оркестр выступит в тот же день на площади Куйбышева в 7 вечера. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.